Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. Ну и на этот раз у нас твердый чехол для мониторов 7 дюймов. Единственное, для 7-дюймовых мониторов Lilliput. Ну и самой фирмы, которая производит этот чехол. Не Вир. То есть для их мониторов 7-дюймовых. Так, внутри вот находится такой чехольчик. Есть даже ручка для переноски. Так, ну и внутри есть кармашек. Для мелочевки то же самое. Так, ну и есть поролончик для установки сюда непосредственно монитора и козырька против солнца. Ну, то есть выполнен в качестве материалов, ну, относительно жесткий. Так, ну и сюда вот укладываются мониторы их. Единственное, я взял для другого монитора, а именно для Best View S7, профессиональный монитор 4K. Так, ну и сюда возможно уместится, но без поролончика. Тем более внутри есть еще и зарядочка. То есть, ну и давайте попробуем уложить. Итак, вот у нас есть мониторчик. Так, ну и давайте уложим сюда, попробуем данный мониторчик. Так, ну как видим, то есть здесь поролоновая подушка достаточно большая. Поэтому ее можно достать. Причем в качестве подушки можно использовать непосредственно сам козырек. Так, различные кабели вкладываем сюда. Так, ну это тоже можно сюда уложить, в тряпочку. Так, еще один кабель. Туда же положить можно. Так, непосредственно штативную голову туда же. Так, две пластины под разные аккумуляторы можно туда же положить. Так, есть ключ. Даже укладываем. Так, есть. Ну, кстати, не помещается. Чуть-чуть больше. Так, ну и в комплекте еще есть блок питания. Для этого монитора. Ну, как видим, все помещается. Достаточно компактно. Единственное, это можно оставить про запас. Поролончик собой данный комплект. Все хорошо умещается, чтобы не повредить монитор.
Так, вот мы все уложили. Забираем и несем на место съемки. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. Ну и до следующих видео. До свидания.